Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жматяра нереально. Но тут уж ничего не сделать. Зашибись. Все, выдвигаемся. Ля, мы вляпались по самые помидоры. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам отработать дадут, ну там типа дерьмо разгребать, будем считать, что повезло. Ну, на Ганзу нам пути нет, но зато... Слышишь, держи патроны, пойди купи пару фильтров противогазу. Есть одна мыслишка. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Кто такие? Выйди на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их. Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Не двигайся. Стоять! Я с тобой разговариваю. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком. Ля, мы вляпались по самые помидоры. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам отработать дадут, ну там типа дерьмо разгребать, будем считать, что повезло. Ну, на Ганзу нам пути нет, но зато... Слышишь, держи патроны, пойди купи пару фильтров противогазу. Есть одна мыслишка. А я пойду перетру кое с кем. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай, минут пять у тебя в общем есть. Если меня сейчас кто-то слушает, ответьте. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Поймал я однажды экипаж танка, который чудом проваривался. Они перегонялись по машину из части в часть. Там же новое поколение бронетехники от радиации защищено. И вот каких было там три человека. Может, самогончику навернуть? Давай мне все же вблизи со свиньями валяться. Прикупи себе красивой одежды, почувствуй себя гламурным. Мам, мне деньги не дают. Расскажи бесплатно, а? Пожалуйста. Я в животе мучит от голода, ты ничего не услышишь. Ну просто скажи, о чем это? А я у мамы попрошу бутер с крысой и грибами. Это о трех охотниках, которые отправились на станцию в Полежаевскую. До или после того, как она сгинула? После, конечно. Ну, и что случилось? Они обнаружили, что на станцию никто не нападал. Это хозяин туннелей приказал жителям станции друг друга перерезать. Ух ты, круто! Да мне вообще ничего не надо. Все, теперь иди за бутербродом. Зачем это? Я и так уже все знаю. Давай, кати за мной на своей дрезине. Ах ты дрянь мелкая! Нифига себе у вас цель. Я больше не могу. Благодарю вас. Да прибудет с вами сила. Не
это не по карману. И, в общем, от Сухаревской к ближайшей обитаемой станции туннель... Очень долго, потому что Тургеневская станция проклятая и заброшенная 14 лет назад. И чтобы от Сухаревской до Китай-города добраться, надо обязательно... Лучшее лекарство от головной боли. Мы из рельсов делаем. По нему можно поездом ездить. Ни боковых туннелей тебе, ни шаг. Простите, это не продается. А через день бывает кто-нибудь... Рад, слышит, что мы договорились. Пойдет в него один. Налетай, разбирай. Поминай, как звали. Бесследно. Нельзя смотреть на кремлевские звезды, когда поднимаешься наверх. Они заговоренные звезды. Мам, а мам, купи мне крышу. Мне вообще ничего не надо. На это я разбираю. Вы слышали? На проспекте Мира Кольцевой запретили дуть. Если кого-то еще не поболит. Так, случилось мне поговорить с военными. Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Ну, конечно, жматяра нереально. А тут уж ничего не сделать. Зашибись. Все, выдвигаемся. Ударили секретным биологическим оружием. Вначале никто ничего не заметил. Даже это Земля, третья планета Солнечной системы. Эти говнюки. У нас аварийная ситуация. Кто-нибудь знает, как называется наша галактика? Млечный путь. Но зеленым человечкам это нечего не скажешь. Будто сам не знаешь. Ну, давай пульки и проходи. Я уже Михи забашлял. Но мне-то ты ничего не платили. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Вот дерьмо. Сейчас кто-то слышит. Да. Приятно с вами иметь дело. Это Москва. Да ладно. Говорит, шутка. Москва. Станция метро, проспект Мира. Уходит человек. Все. Нет его. Люди, если вы живы... Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу это. Эх, никто меня не слышит. Нет, никого. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Это Москва. Да вроде все спокойно. Говорит Москва. Кажется, все чисто. Простите. Давай. Спасибо. Надо валить отсюда по-быстрому.